Olin earlier. Я повернулась к Олену вот сейчас недавно. And I said, "Don't call me up there. I'm not going to say anything." И я ему сказала на ухо, сказала: "Не вызывай меня туда. Я ничего не буду говорить." But I just want you to know. Но я хочу, чтобы вы знали. That this congregation is so close to our hearts. Что эта община настолько близка к нашему сердцу. Even though it's been a long time since I've been here. Несмотря на то, что прошло, которое, ну, давно уже прошло с тех пор, как я была здесь. You're not out of our minds. Но вы никогда не выходите из наших мыслей. We love you more than you know. And what a joy. Больше, чем вы даже можете предположить. To be here and experience our time together. И для нас большая радость. Чтобы переживать все, что and мы переживаем вместе. So для меня большая, для нас радость, и мы в восторге от того, что мы сможем почтить MJBI, Валентина, Татьяну, Уэйна и Бонни, и Ника и Табата. Это замечательно. И мы радуемся, мы наслаждаемся каждую минуту. Я сегодня прослезилась от того, что я так ожидала, от того, что я знала, что будет проходить сегодня, какое мероприятие. We love you. Мы любим вас. Thank you. Спасибо большое. Спрашивает, если нужен перерыв. Нужен вам перерыв перед тем, как он будет говорить или нет? А? Okay. Wow. All right. I really appreciate the opportunity to be able to share the word with you today. Я на самом деле я благодарен за то, что вы мне дали возможность, чтобы я мог поделиться с вами сегодня. Я хочу дать вам слово ободрения. And that's usually what I, that's how I think before I speak anytime. Это вот обычно то, что я делаю перед тем, как я говорю слово. But I want you to know how much we love you. Но я хочу, чтобы вы знали, насколько сильно мы вас любим, насколько мы желали быть с вами. I've had such a deep love that I can't even express it. My wife and I pray for you on a regular basis, almost all the time. У нас с женой настолько глубокая любовь к вам, и я с женой, мы молимся о вас регулярно. I remember the time when we were in Moscow. Я помню то время в Москве. And we were praying over where the first MJBI school should be. И мы молились о том месте, где должно быть первая школа MJBI в Москве. And I remember we solidly, every one of us believed that it should be Odessa. И я помню, когда мы молились, и мы все единодушно имели понимание, что должно быть в Одессе. So you were chosen by God. И так что вы избраны Богом, to have the first school, чтобы была первая школа началась здесь. 20 years ago. Let's give the Lord a hand for назад. That. Давайте прославим Господа за это. What we'll be talking about this week, о чем мы будем говорить на этой неделе, is going to be how to have faith. After you've had some disappointing times. Это как иметь веру после того, как были в жизни разочарования. We're going to talk about spiritual authority and the boundaries. Мы будем говорить о духовной власти и ограничениях. We're going to talk about forgiveness. Мы будем говорить о прощении. We're going to talk about how pastors can raise up leaders. Мы будем говорить о том, как пастыря должны взращивать лидеров. So that the leaders can be trusted even. Так, чтобы лидерам доверяли. So that's some of the things that we're going to be having in the classes in the next two days. Это вот эти уроки мы будем изучать в классах. But what I'm wanting to share with you is about leading through tough times. Но о чем я сегодня хочу поделиться, это как вести в трудные времена. And I can say that we've been one of those tough times.
Я могу сказать одно, что мы прошли через эти трудные времена. At Shady Grove Church. Это когда была церковь Shady Grove. Because we didn't even know what our goal was. We didn't know where we were going. Потому что тогда мы даже не знали, в чем наша цель, куда мы идем. In 1975, if you had told me that we would be involved in Jewish ministry like this. Если в 75 году вы бы сказали мне, что и мы будем как-то вовлечены в еврейском служении тогда. I would not have even understood the language. Я бы даже и не поняла языка. I would not have had a mental picture for даже of that. Не было бы картины в разуме. And here we are. И вот мы теперь здесь. No wonder we went through some of the things we've been through. Теперь понятно, почему мы прошли через те вещи, которые мы прошли. First of all, the Baptists didn't like me. Первое, баптисты не любили меня. Не полюбили меня. So they kicked us out. И они меня нас выгнали. After the Baptists kicked us out, our church building burned to the ground. После того, как баптисты исключили нас, у нас здание сгорело. Церковное. We had about 180 members. У нас было тогда 180 членов. And there we were with no building. И вот мы оказались без здания. It was arson set on fire. И кто-то поджег наше здание. It was chemical fire. Это был химический пожар. They intended to burn the building down. Они специально подожгли это здание. They set the hottest fire at the pulpit. И самый очаг взрыва был возле возгорания был возле платформы. And it burned through the floor. И оно прогорело до земли. So there we were without a building. И вот мы находимся без здания. That was only the beginning. Но это было всего лишь начало. Now I understand why the devil was opposing us so hard. А теперь я понимаю, почему дьявол он шел против нас так сильно. I couldn't understand what in the world was going on. Я не мог тогда понять, что же происходит. And so there was a man. I want to try to share something with you if you've ever been through problems. И вот я хочу поделиться с вами, если вы когда-то либо прошли через какие-то проблемы. I want to use an illustration that we've all heard from the Word of God. Я хочу использовать иллюстрацию, которую мы все слышали Слова Божьего. And I'll do my best not to take too long. И я использую самое лучшее, чтобы не занять много времени. I want to encourage you here. Я хочу, чтобы ободрить вас. In your heart. В вашем сердце. So here is this man in Mark chapter 5. И вот человек, который описывается в Марке 5 глава. Who was having a lot of difficulties. У которого очень много проблем был. He was the demoniac in the Gadarenes. Он был одержимый. And he was as all of you know, let me just share with you from my heart. И вы все это знаете, но я, разрешите, я поделюсь от сердца. He was a very troubled person. Он был очень сложный человек. He lived among the tombs. Он жил среди гробов. He didn't have a home to go to. У него не было дома, куда пойти. He had been probably rejected from his family. Возможно, он был отвержен из своей семьей. He couldn't be part of society. Он не мог принадлежать обществу. There was something so wrong with his mind that he would walk around crying and moaning all the time. Что-то неправильно произошло у него в разуме, что он все время ходил и что-то пел, что-то говорил сам собой. Even when they would try to chain him. И даже тогда, когда они пытались его привязать на цепь. They couldn't keep him chained. Они не могли его удержать в цепях. And he would cut himself with rocks, with sharp rocks. И он резал себя камнями. This man was greatly, greatly troubled. И этот человек, у него были большие-большие проблемы. He was in such a situation. Он был в таком сложном обстоятельстве. That he didn't think that anyone loved him. Что он думал, что никто не любит меня. You could have probably heard him crying for a mile around or. И можно было услышать, как он кричал и взывал за километры. And at night he would try to sleep among the tombs. А ночью он пытался заснуть среди гробов. He probably had thought everything was lost. Возможно, он думал, что все потеряно в жизни. I don't know what went through his mind. Я не знаю, что происходило в его жизни, в его разуме.
I know that he must have been totally abandoned. Возможно, он думал, что он полностью брошен. And I don't know if you felt that way or not. И я не знаю, может быть, вы чувствовали когда-либо, что вы были в таком состоянии. I felt that way during the time I was telling you about. Я чувствовал такое время, когда я вам описал ту ситуацию. My father was a Baptist minister. Мой отец был служитель в баптистской церкви. He did not like what I was doing. И ему не нравилось, что я делал. His son was disfellowshipped from the Baptist denomination. Потому что его сына исключили из баптистской деноминации. He was embarrassed. Ему было стыдно за сына. For 1 year, my mother and my father would not speak to us. Один год мой отец и мать не разговаривали с нами. They wouldn't send any present to our children. Они не присылали подарки для наших детей. On their birthdays. На дни рождения. Because they were so hurt. Потому что это так ранило их. When my father would introduce himself to someone new. Когда мой отец представлялся кому-то новому человеку. Some pastor. Или другому пастору. That he introduced himself to. И когда он знакомился с новым пастором. He would say, "Now my name is Griffin." Он говорил, меня зовут я Гриффин. And but you've probably heard of him. Но ты, наверное, слышал о Гриффинге. I don't believe like he does. Я не верю, как тот Гриффин. He's my son. Он мой сын. But I don't believe like he Но does. Я не верю так, как он верит. So this is what we were going through. И вот через что мы проходили. Вот это. I was rejected by every friend. Я был отвергнут каждым своим другом. I was made fun of. С меня смеялись. I would go to pastors' meetings. Я ходил на пастырские собрания. And the Baptist pastors would make fun of me. И баптистские пастыря, они смеялись надо мной. This was in the 70s. Шутили надо мной. Это были в 70-х годах. I would walk up and я вот шел. One of them would do like один this. Один вот так поклонялся мне. Oh, holy one. О, святой идет, смотрите. Oh, holy one. О, святой. I would get my food. Святейший. From the cafeteria line. Например, в столовой. And the pastors' conference. Кафетерии, на пастырская конференция I'd проходит. Go over and и я sit шел, down at a table. Пищу брал, и потом садился за стол. And everyone would get up from the а table. Все демонстративно просто вставали с этого стола и уходили и садились за другим столом. And leave me sitting there и alone. И они оставляли меня одного, чтобы демонстративно я оставался один. I was gonna keep going. Но я продолжал идти. I may have been a thorn in their side. I don't know. Я не знаю. Возможно, я был чужой среди них. But I was going to stay with it. Но я пытался стоять. One pastor got up to speak. И вот один пастор встал и начал говорить. And he said to me. И он говорит мне. In front of everyone, all of the pastors. Перед всеми были одни пастыря в зале. He said, "Why don't you just leave?" Он говорит, почему бы тебе просто не уйти отсюда? Get out of here. Уходи отсюда. Don't take us through this problem. Не проводи нас через эту проблему. I had done nothing. Но я ничего не сделал. Except believed in the baptism Только of the Holy Spirit. Я верил всего лишь в крещение Духа Святого. Prayed in tongues. Я молился на языках. That's all I did. Это все, что я делал. And they hated me. И они меня ненавидели. I could hardly believe this. Я не мог поверить, что вот это происходит. What is going on? Что происходит? The church building burned. Церковь сгорела. My mother and dad not speaking Мой to папа us. И мама не разговаривают с нами уже My год. Little children deprived. Мои дети оставлены. I was saying, God, where are я говорю, Бог, где ты? Have I made the right step? Правильно ли шаг я совершил? I had pastored a Baptist church for 2 years. И на тот момент я уже пастырем был в баптистской церкви 2 года. It was the only other church that I'd ever pastored. Это единственная другая церковь, которую я когда-либо пастырствовал. But I felt that God had called us to Shady Grove. Но я почувствовал, что Бог призвал нас в Shady Grove церковь. But now Shady Grove is burned to the ground. Но теперь Shady Grove она сгорела дотла. In 9 months. В течение 9 месяцев. So one of the deacons called me from the other Baptist church. И один диакон из другой баптистской церкви позвонил мне. And he said to me, "We still don't have a pastor yet." Он говорит, у нас до сих пор нету пастыря. Why don't you come back and pastor? Вернись к нам и we will receive you back. Будь пастырем, мы тебя примем. And I said to him, А я сказал ему, "I can't come." Я не могу прийти к вам.
Why can't you come? А почему ты не можешь прийти? Because God called me here. Потому что Бог призвал меня в эту церковь. I experienced a call from God. Я переживал призыв от Бога. To go to Shady Grove Church. Чтобы прийти и быть в Shady Grove церкви. And I know I'm supposed to be here. И я знаю, что я должен быть в этой церкви. He said, "That can't be true." А он говорит, это не может быть правда. The deacons don't like you. Потому что там в этой церкви диаконы не любят тебя. They voted to run you off. Они проголосовали, чтобы ты ушел. The rest of the Baptists don't like you. Все остальные баптисты не любят Your тебя. Your building burned down. Твоя церковь сгорела. You're meeting in a little school building. И вы сейчас встречаетесь, собираетесь в маленькой школе. And you're telling me that God called you there? И вы хотите мне сказать, что Бог призвал тебя? I said, I know it's hard to understand. Я знаю, что это очень тяжело понять. But God called me there. Но Бог призвал меня туда. But I didn't have any friends. Но у меня там не было друзей. In some ways, I relate to this guy. И как-то я могу себя вот с этим человеком, я его понимаю. I don't mean that I was demonized. Я не имею в виду о том, что я был одержимый. I'm wanting to use this as an illustration. Но я хочу использовать это как иллюстрацию. Here is a man without hope. Вот человек, который не имел надежды. Not thinking that God is anywhere around. И который думал, что Бога вообще нету. But at the same time. Но в то же самое время. Remember, Jesus Помните, was on the other side Иисус находился на другой стороне of the Sea of Galilee. Галилейского моря. In fact, in chapter 4 of Mark, 4 главе, it said that he began to teach by the sea. Написано, что он опять начал учить при море. And a great multitude was gathered to him. И собралось к нему множество народа. So that he got into a boat and he sat in it on the sea. Так что он вошел в лодку и сел на море. And the whole multitude was on the land facing the sea. А весь народ был на земле у моря. And he began to teach them many И учил parables. Их притчам много. The parable of the sower. И притча о семени. He explained it all to them. И вот он объяснил все the об этом. The parable of the mustard seed. И потом он объяснил притчу о горчичном семени. The seed that was planted and it grew for no reason. Семя, которое оно проросло. All of these parables he was teaching. Все другие притчи, которые and он учил. And multitudes were listening И множество to людей, они слушали его. On the other side На другой стороне Галилейского моря. He was on one side, the gathering was on the other. Он был на одной стороне, а на другой стороне были люди. And suddenly he said, И внезапно он говорит, let's go to the other side. Он говорит, пошли на другую сторону. He said, they said, I can't imagine what they felt when he said that. Представьте себе, что они подумали, когда он сказал, давайте перейдем на другую сторону. I don't even know if Jesus knew what was on the other side. Я даже не знаю, знал ли Иисус, что находится на другой стороне. He didn't have to know. Но ему не нужно было знать. Писание говорит, что он делал все, что он видел Отца творящим. Иешуа делал то, что он слышал, что Отец говорит. И когда он услышал, что Отец говорит, встань и иди на другую сторону, он пошел на другую сторону. But in the middle of going, Но посреди того, как они шли, they ran into a storm. Они столкнулись с штормом. And the storm almost sunk the boat. И шторм почти потопил лодку. He was asleep. Он спал. The disciples were afraid. Ученики боялись. The seamen were afraid. Симон боялся. The fishermen were afraid. И рыбаки боялись. This was a bad storm. Это очень плохой шторм. And they woke him up. И они разбудили его. And said, они говорят, ты что, не боишься разве? We're going to sink. Мы сейчас потонем. And he stood up and he said, Но он встал и говорит, Peace be still. Мир, успокойся. And the sea calmed. И море успокоилось. And they found themselves through the storm. И они прошли этот шторм. At the other side. И пошли на другую сторону. At the tomb. И они оказались у гробницы, там, где этот одержимый был. And the gathering demoniac saw him, and he ran to him. Подбежал к нему. And he said, don't torment me. И он говорит, не мучь меня. And you know the story. И вы знаете историю.
how Jesus released the demon. Как Иешуа освободил того человека одержимого. And to go into a herd of swine. И эти бесы, когда они вышли, они вошли в стадо свиней. The swine ran down the hill. И свиньи пошли и упали с холма. And they were drowned. И они были утопились. Now we see this man sitting there. А теперь мы видим, как этот человек сидит там. In his right mind. И в разуме своем. Fully clothed. Одетый. And Jesus got in the boat because the owners of the swine wanted him to leave. И Иешуа зашел в лодку, потому что хозяин этих свиней захотел, чтобы он убрался с этого города. They were afraid. Потому что он боялся. The man said, "Let me go with you." И человек этот, который был освобожден, говорит, я пойду с тобой. Let me get in the boat. Я хочу с тобой пойти. In chapter 5, verse 17. В 5 главе Марка, 17 стих. They begin to plead with him to depart. The people that owned the pigs begin to plead with him to depart from the region. И начали просить его, чтобы он отошел и от пределов их. And when he got into the boat, и когда он вошел в лодку, he who had been demon-possessed begged him that he might be with him. Тот, который был бесноватый, просил его, чтобы быть с ним. However, Jesus did not permit him. Но Иешуа не позволил ему. But he said to him, а сказал, go home to иди your домой friends. К своим. And tell them what great things the Lord has done for you. И расскажи, что сотворил с тобой Господь. And how he has had compassion on you. И как помиловал тебя. And he departed and began to proclaim in Decapolis all that Jesus had done for him, and all marveled. И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иешуа, и все дивились. I related to this. И я понимал это. I was alone. Я был одинокий. I didn't think God was anywhere around. Я думал, что Бог не был со мной. I'm sure this man had Бог felt the same меня. Way. И я понимаю, что этот человек думал то же самое. But all alone, Jesus was on the other side of the sea. Но в то же самое время Иешуа был на другой стороне I'm моря. Sure the disciples didn't even want him to leave. И я уверена, что ученики не хотели, чтобы They он уходил. They believed that Yeshua was the prophesied Messiah. Потому что ученики, они верили, что он был тот Мессия, о котором пророки возвещали. They were promised 12 thrones. И им было обещано 12 тронов. They're going to reign with him. Что они будут царствовать и владычествовать. In a physical power on the earth. И они думали, что у них будет физическая власть здесь на That's земле. What they thought. Это то, что они думали. They've been walking with him a while. Потом, и вот одно время они ходили с ним. Now then, finally, they're beginning to believe him. И тут уже, ну, понемногу они начинают верить в Него. Множество народа слушало Его. И вот Он говорил к ним. И в конечном итоге, о, уже успех, множество народа. И что, Иешуа? Ты говоришь нам, давай пойдем на другую сторону? We're just now beginning to get popular. Вот сейчас мы вот-вот только начали быть популярными. It just may be that you are the Messiah. Может быть, ты Мессия. Come on, let's keep preaching. Давай продолжай говорить. Let's keep teaching. Давай продолжай учить. But he gets in the boat and they go with him. Но тут Иешуа идет, садится в лодку и говорит им идти. I want to tell you something. Я хочу вам сказать что-то. No matter where you may be. Не имеет значения, где бы вы ни находились. No matter what God is, what's happening in your life. Не имеет значения, что бы ни произошло в вашей жизни. Because problems are inevitable. Потому что проблемы они будут. Problems will do one of two things. Проблемы будут делать одну или две вещи. It'll take something out of you. Они что-то вытащат из вас. Or it'll put something in you. Или что-то поместит внутри вас. One or maybe both. А может быть и то, и другое. But problems will turn to our good. Но все проблемы, они повернутся для нашего добра. Romans 8:28. Римлянам 8:28. He says he will work all things together. Написано, что он соделает все для блага. All things together for our good. Все содействует во благо наше. For those who love him and are called according to him. Для тех, кто любит нас. Любящим Бога, призваны по его изволению. That means every single one of us. Все содействует ко благу.
Every single one of us. Каждый из нас. It doesn't matter what you're going through. Не имеет значения, через что ты сейчас It проходишь. It may be the worst problem right now you've Может ever быть, experienced ты in сейчас your проходишь life. Через самую сложную, трудную проблему But в I'm telling твоей жизни. You, God will turn it for your good. Но я говорю тебе сегодня, что Бог повернет это во благо, и Он совершит Его призвание в твоей жизни. There is no devil in hell. И нету дьявола в аду. There is no person on this earth. Нету человека здесь на земле, that can keep you from reaching the calling that God has put in your life. Который может удержать тебя от призвания, которое Бог имеет на твою жизнь. You can be in the midst of a pit right now. Вы можете быть в самой глубокой яме сейчас. And you can think God is nowhere around. И вы думаете, что Боже, где ты? But he is. Но он есть с тобой. He is. Он есть с тобой. You may think that he's not even thinking of you. Может быть, ты думаешь о том, что он даже не думает о тебе. But he is. Но он думает. In fact, he may be right around the corner. И даже он может быть за углом. There's a breakthrough coming for you И прорыв приходит к тебе. Вот в любой момент наступит прорыв. Because God's going to complete that thing. Потому что Бог совершит до конца. That he put in your heart. То, что он вложил в твое сердце. You know, this man didn't know he was going to be used. Этот человек не знал, что будет использован Богом. He said, "Go home." Но Иешуа говорит: "Иди домой." Just tell people what Скажи the good things людям, that have happened to you. Скажи добрую весть, что произошло с тобой. But then the next verse says, Но потом следующий стих говорит, that he departed, что он ушел, and he began to proclaim in Decapolis, проповедовать в Десятиграде, in 10 cities, в 10 городах, Decapolis, 10 cities, Десятиграде, all of the good news. Доброй вести. One of those cities was Pella. Один из этих городов Пала. Where there was a believing community, Pella, P-E-L-L-A. Pella. 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 Yeah. Pella. Was one of the cities that he preached at was Pella. Uh-huh. We understand Этот город Пелла. That there was a believing community established И in that place. И там было общество верующих. And there's also уже установленное. Also evidence in some of the other cities that believing communities were established. И есть доказательство, что потом были установлены общины, ну, в этих городах. He didn't realize the impact of what was happening. Он даже не понимал о том, что произошло с ним. He just began to obey God. Все, что он делал, он просто послушался Бога. And do you know that somewhere around 36 years later? И знаете, может быть, 36 лет спустя. Remember the armies surrounded Jerusalem in 70 AD? Помните в 70-м году до нашей эры, когда Иерусалим был окружен? And Yeshua had told his disciples. И Иешуа сказал своим ученикам. When you see the armies surround the city. Когда вы увидите, когда город будет окружен, бегите. Run to the mountains. Бегите в горы. Get out of there. Уходите оттуда. Don't even pick up a coat. Даже не берите одежду с Don't собой. Go into your house. Не бегите в свои дома. Flee Jerusalem. Убегайте с Иерусалима. And go to the mountains. И бегите в горы. You know where the mountains were? Знаете, где горы были? Where the Decapolis towns Там, were. Где были Десятиграде. Do you know that they went without anything? Знаете, что они пошли без ничего? Do you know that they found a believing community? Знаете, что когда они убежали, там были общины в горах. That this one man preached вот to этот человек, который проповедовал, about 36 years earlier. 36 лет ранее. And now then, they find friends. А теперь they у них там друзья. Они they нашли друзей. Они нашли верующих там. That's exciting to Это me. Восторг от этого. Did this man who was delivered know that? Знал ли тот человек, который был освобожден? No, he didn't. Нет, он не знал. He just went он and did пошел. What God told him. И он делал только то, что Бог ему сказал сделать. We have no idea. У нас нету идеи. How the believing communities will be affected by what we do. Мы даже понятия не имеем, что может получиться, какое влияние через поколения, которые грядут. Third generation. Второе поколение, Fourth третье generation. Поколение. Fifth generation. Четвертое, пятое поколение. Because we simply obey what God has said. Если мы будем слушать и делать то, что Господь говорит, чтобы мы делали. And when you think и когда вы думаете, that God's doing nothing, что Бог ничего не делает,
He is doing something. На самом деле он делает. Amen. Amen. When we think God's doing nothing, когда мы думаем, что Бог ничего не делает, something. Он делает что-то. Some of you here are going through some things. Некоторые из вас здесь проходите трудные времена. I didn't choose the theme of this retreat. You didn't. I didn't. No, I didn't. Вы знаете, я не выбирал название и тему этого ретрита. The Holy Spirit has chosen through the leadership. Вы знаете, что это Дух Святой выбрал эту тему через лидеров MGBI. To speak how to maneuver through times of difficulty. Чтобы помочь, чтобы говорить, как проходить через эти трудные времена. Because what you mean to the community, to the believing community. Потому что то, что вы значите для верующих, для общества верующих. Is greater than anything you can imagine. Намного, намного величественнее, чем you вы даже представляете. More value than вы you намного can ценнее, imagine. Чем вы даже имеете представление. И даже вы, возможно, проходите через сложные времена, но вы пройдете, и вы пройдете на другую сторону, и вы будете победителями для Божьей славы. Аминь. 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 Аллилуйя. I think it would be wonderful for us to pray for those right now who said I need help. Я думаю, что сейчас было бы замечательно помолиться за тех людей, которые нуждаются в помощи. I need to hear from you, sir. Mm-hmm. I need to be able to hear from you, God. Которые вы здесь и вы хотите сказать, что я хочу услышать от тебя, Господь. So if that is you. Если вы здесь, we want to pray for you. Мы хотим за вас молиться. If you feel like you don't know where you're headed. Если вы чувствуете, что вы не знаете, куда вы идете. You may feel abandoned, no direction. Может быть, вы чувствуете, что вы оставлен. Would you just stand up where you are? Встаньте, где бы вы ни находились. Just stand up. Что вы одиноки, что вы один. You're around good people. Вы хорошие люди. God's going to touch you right now. И Бог прикоснется к вам сейчас. I believe this is your moment. Я верю, что это ваш момент сейчас. When there's going to be a breakthrough. И я верю, что будет прорыв у вас. Amen. Аминь. You want to say something? Add to this. Сейчас во время поклонения. Услышьте, что сейчас происходит. Пастор Олен призвал людей, которые нуждаются. During the worship, Pastor Olin. Как бы слово от Господа. And he heard the word. Чтобы Господь прикоснулся к вашей ситуации. So he said that he will pray that God will touch your situation. Чтобы изменил все. So God will change everything. Но вы услышите очень важную тему, которую он сказал. But hear very important theme that what he mentioned. Вы можете не подозревать этого. You may not even think about it. Но вы важны для следующего поколения. But you are so important for the next generation. Ваша вера нужна следующему поколению. Your faith needs for the next generation. Услышьте это. Please hear this. Может быть, сейчас тяжело. Maybe right now it's hard. Может, нет ответа для Maybe каких-то ситуаций. Maybe there is no answer in this situation. Но Бог, Он с нами. But God is with us. Он никогда не оставлял нас. God never left us or forsake us. Нам кажется, что он спрятался где-то. We sometimes think that maybe he's been hiding somewhere. И через наши трудности и обстоятельства. And through our difficulties. Мы думаем, что он где-то далеко. We think that he's far away. Но он сверхсилы не даст. But he will not give you more than you can handle. Потому что следующее поколение спросит тебя. Because next generation will ask you. Мама. Мама. Папа. Daddy. Дядя. Uncle. Тетя. Aunt. Бабушка. Aunt. Дедушка. Grandma. Grandpa. Как это было? How was it? Как вы сохранили веру в эти самые трудные времена? When it was such a difficult time then, how were you able to go through? Вы можете сказать. And you will tell. Господь. The Lord. Сильной рукой своей. With his mighty hand. Вывел меня из рабства. He took me out of captivity.
Он освободил меня от этой ситуации. He delivered me from these circumstances. Не потому что пастор Олен молился. Not because Pastor Olin prayed. Или других кто-то молился. Or other pastors that prayed for me. Потому что он верен. But because he's faithful. Здесь служители общин. And over here there are лидеры общин. Leaders of congregations. Мы верующие здесь. We all believers here. Мы должны помнить. And we have to remember. Ответ. The answer. Один. The one answer. Ишуа. And the answer is Yeshua. Сейчас and те, right кто now, поднялись. Those who got up. Хотите, чтобы вас помолились. If you want us to pray for служители. You. If you want the ministers to pray for you. Может, вы можете выйти, но прошу вас, you когда мы come. Остальные все поднимутся, чтобы переставить немножко стулья назад. So I would ask when everybody will those who stood up and will come here, we will pray and I will ask the chairs to be moved a little bit. Это важно, чтобы мы также помнили, so что эти служители проехали долгий-долгий путь. They drove long ways. И если за вас помолились, and if somebody prayed for you, и вы не услышали ответа от Господа, Lord, не услышали пророческого слова, you did not hear the prophetic word. Это не означает, что Бог ничего this не делает. Doesn't mean that God помните, doesn't да? Do anything. Мы соглашаемся о ваших ситуациях. We agree in your situation. Не в том, что вы находитесь в ней. Not that you in the circumstances. А то, что Господь вас выводит из них. But God is taking you out of this circumstances. И поэтому будут молиться либо быстро. So they will pray quick. А может like быть нет. Maybe not. Но не пытайтесь удерживать их. But don't try to keep the ministers who pray for you. А потом не пытайтесь перестроиться из одного ряда в другой ряд. So if you haven't received the answer, don't